Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наш цикл по теории вероятности. Задача номер 46. Из трехзначных чисел наугад выбирают одно число. Какова вероятность, что будет выбрано число, в десятичной записи которого не встречается число 4? Итак, задача очень похожа на предыдущую. Задача номер 46. Всего трехзначных чисел мы с вами уже знаем, их 900. Значит, какое у нас условие? Надо выбрать число, в десятичной записи которого не встречается цифра 4. Итак, давайте рассмотрим цифры от 1 до 9. А раз у нас число трехзначное, значит, для первой цифры у нас имеется 8 возможностей. Почему 8? Мы же можем перебирать до 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот. 0 не может стоять на первом месте. И не может стоять сама четверка, потому что ставится условие какое? Не встречается число 4. Значит, на месте первой цифры может стоять 8 чисел. Значит, 8 из скольки? Из 9. 0 мы выкинули. Итак, всего на месте первой цифры может стоять 8 цифр. Еще раз перечислю. Это 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Из 9 цифр 0 мы при этом не учитывали. Далее. Второе независимое событие – это вторая цифра. Ну, какие числа могут стоять на месте второй цифры? Это 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и еще 0. То есть 9 из 10. Четверку мы не учитываем, значит, всего цифр 10. То же самое касается третьей цифры. Их тоже 9 из 10. Четверку мы не имеем права брать. И вероятность наша после сокращения мы получаем 0,72. 0,72. Задача номер 47. В коробке лежат 5 черных шаров. Каково наименьшее число белых шаров нужно положить в эту коробочку, чтобы после этого вероятность наугад достать из коробочки черный шар была не больше 0,15. Номер 47. Для начала мы с вами просто запишем, что у нас с вами черных шаров 5. Значит, ну, мы будем докладывать белые шарики, поэтому мы возьмем их за х. Итак, х у нас белые шары. Значит, для того, чтобы мы с вами получили отношение, мы должны 5 черных шаров поделить на х, прибавить 5. Значит, и по условию вероятность должна быть у нас меньше либо равна 0,15. Я хочу сказать о том, что я очень часто встречаюсь с тем, что почему-то не могут путем рассуждения решить данное неравенство. Такое неравенство решается просто. 5 деленное на х плюс 5 минус 0,15 меньше либо равно 0. Далее, первое неравенство мы домножаем на 100, второе на х плюс 5 и получаем 500 минус 15х и минус 75, деленное на 100, умноженное на скобку х плюс 5. Меньше либо равняется 0. Но мы с вами уже говорили, что х плюс 5, х это количество шариков доложенных, 5 это количество черных шариков, всего вместе это числа больше 0, значит, выражение 100 на х плюс 5 это число,
положительное. Равняться нулю оно тоже не может. Остается наша верхняя часть дроби. Мы ее упростим и получим 425 минус 15х. Это и будет меньше либо равно нуля. Решая это неравенство, минус 15х меньше либо равно минус 425. Отсюда 15х больше либо равно 425. Отсюда х больше либо равно 28,1. Ну, поскольку мы знаем, что дробное количество шариков быть не может, то первое число, которое нам подходит, это 29. Задача номер 48. Перед началом первого тура чемпионату по теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвуют 36 теннисистов, среди которых 8 участников из России. Найдите вероятность того, что в первом туре российский теннисист Евгений Петров будет играть с другим теннисистом из России. Итак, задача номер 48. Значит, ну, это задача на фиксированного участника. Евгений Петров один из 8 участников из России. И один из 36 участников. Ну, для того, чтобы подробно разобраться в этой задаче, мы запишем краткую запись. Всего 36 человек. Отнимаем одного Петрова и получаем 35 возможных исходов. Значит, Россия выставляет 8 человек. Евгений Петров у нас сам с собой играть не будет. Он будет играть с одним участником из России. Получаем 8 минус 1, то есть 7 благоприятных исходов. Итого мы получаем 7/35. Сократив на 7, 1/5 или 0,2. Задача номер 49. Колода игральных карт содержит 36 карт, по 9 карт каждой из 4 мастей. Из колоды наугад достают одну карту, затем эту карту возвращают в колоду, тщательно перемешивают колоду и снова наугад достают одну карту. Какова вероятность того, что оба раза достанут карту бубновой масти? Давайте мы запишем краткую запись. Всего 36 карт. Значит, достать карту бубновой масти. Раз у нас 9 карт бубновой масти, то мы это запишем. 9 карт бубна. Далее мы начинаем с вами разбираться. Вероятность того, что мы достанем первую карту бубновую, будет 9 из 36. Но затем мы эту карту возвращаем в колоду. То есть мы опять имеем 36 карт, из них 9 бубновых. Значит, поскольку это события по доставанию карт не зависят друг от друга, какая будет первая и какая вторая карта, они не зависят друг от друга, поэтому вероятность того, что вторая карта тоже бубновая, это тоже 9 из 36. 9/36 сокращаем, это 1/4, умножаем на 1/4, это 1/16, или 0,625. Задача номер 50. На грани игрального кубика точками отмечены числа от 1 до 6. Найдите вероятность того, что при бросании двух игральных кубиков сумма выпавших на них очков составит не больше 3. Ответ дайте с точностью до тысячных. Мы с вами уже на предыдущих уроках делали выписку чисел. Значит, помните, мы писали 1, 1,
1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, потом второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой. И таким образом выводили, что у нас получилось всего 36 вариантов. Кто не помнит, может посмотреть предыдущие уроки. Значит, итак, мы пишем номер с вами 50. Всего 36 вариантов. Значит, нам нужно найти вероятность того, что при бросании двух игральных кубиков сумма выпавших на них очков составит не больше 3. Какие варианты у нас возможны? Это 1-1, 1-2 и 2-1. Больше вариантов у нас нет. Больше 3 выпасть не может. Итак, всего 3 варианта благоприятных. И мы получаем ответ 3 из 36. Сокращаем 1/12. Задача номер 51. У Маши в копилке лежит 8 однорублевых, 5 двухрублевых, 4 пятирублевых и 3 десятирублевых монеты. Маша наугад достает из копилки одну монету. Найдите вероятность того, что оставшаяся в копилке сумма составит менее 60 рублей. Итак, задача номер 51. Давайте запишем с вами условия. Итак, у девочки имеется 8 штук по 1 рублю. Далее 5 штук по 2 рубля. Далее 4 штуки по 5 рублей. И 3 штуки по 10 рублей. Давайте посчитаем, сколько всего это штук. 8 прибавить 5 плюс 4 плюс 3 будет 20. Далее мы с вами посчитаем сумму, которая лежит у Маши в копилке. 8 умножить на 1, прибавить 5 умножить на 2, прибавить 4 умножить на 5, прибавить 3 умножить на 10. И получается, что в копилке у Маши всего 68 рублей. Теперь мы читаем наше условие. Она берет одну монетку, и оставшаяся в копилке сумма составляет менее 60 рублей. Что она может взять, чтобы осталось меньше 60 рублей? Конечно, это 10 рублей. Другой вариант невозможен. 68 отнять 5 – это 63, ну а тут еще меньше. Значит, у нас благоприятных событий только 3. 3 монетки у нас по 10 рублей. И ответ получается 3/20. Домножили на 5, получаем 0,15. Следующая задача. Задача номер 52. Из слова «педагогика» случайным образом выбирается одна буква. Какова вероятность, что будет выбрана буква, которая встречается в слове «педагогика» не меньше 2 раз? Итак, давайте я напишу на доске слово «педагогика». Задача номер 52. Сейчас я возьму красный карандаш и спокойно обведу те буквы, которые встречаются 2 раза. Это А и это Г. Все остальное встречается у нас только 1 раз. Значит, какова основная ошибка? Почему-то многие считают, что таких букв всего 2. Нет, мы ввели сейчас 4 буквы. 4 буквы из скольки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 из 10. То есть в данном случае 4 десятых. 0,4. Задача номер 53. Сейчас я начерчу на доске табличку. Итак,
Задача номер 53. В таблице приведены результаты срезовой контрольной работы по алгебре в 9 классах школы. Оценка 2 – 4 человека, 3 – 24, 4 – 19 и 5 – 3. Какова вероятность, что оценка выбранной наугад работы будет не выше, чем средняя по школе значение оценки? Ну, давайте вспомним, что такое средняя арифметическая для вот таких таблиц. Вообще, что такое средняя арифметическая? Чтобы найти среднее арифметическое трех чисел, нужно все три числа сложить и поделить на 3. Но дело в том, чтобы найти среднее количество баллов, значит, нужно нам взять оценку 2, 2 балла, и умножить на 4. Затем прибавить 3, умноженное на 24. Затем посчитать баллы 4 на 19. Потом баллы, полученные на пятерке, 5 умножить на 3. И все это поделить на общее количество учащихся. 4 плюс 24 плюс 19 и плюс 3. Объясню еще раз. Для того, чтобы посчитать среднее количество баллов, нужно взять двойку и умножить на количество учащихся, получивших двойку, то есть на 4. Взять тройку, умножить на количество учащихся, получивших тройку, то есть 24. Таким образом, 4 на 19, 5 на 3. И все это сложить. И потом, по определению среднего арифметического, поделить на общее количество учащихся. Вычисляя это число, мы получим 171 50-ю, то есть 3,42. Это и есть средний балл. Но дело в том, что нам говорится, что нужно определить вероятность того, что оценка выбранной наугад работы будет не выше, чем средняя по школе значение оценки. Не выше среднего по школе. Что нам подходит? Нам подходят тройки и нам подходят двойки. Все остальное нам не подходит. На тройку написала 24 человека, а на четверку написала 4 человека. 24 прибавить 4, всего 28 благоприятных событий. А всего событий 50, потому что всего 50 человек. 28 50-х умножаем на 2, получаем 0,56. Следующая задача. Это задача номер 54. Маша написала в блокноте трехзначное число, делящееся на 32. Коля должен угадать это число, написав 7 трехзначных чисел, делящихся на 32, а затем сравнив эти числа с числом, написанных Машей. Какова вероятность, что угадал загаданное число? Итак, номер 54. Итак, с вами мы уже говорили, что есть определенный цикл задач, который решается при помощи арифметической прогрессии. Итак, сначала мы с вами смотрим числа, которые делятся на 32. Понятно, что первым таким числом, А1, будет число 128. Потому что первые три числа нам не подходят, они не трехзначные. Последним числом, АН, будет число 992. Понятно, что шаг D также будет у нас, раз это число, делящееся на 32, равен 32. Составляем уравнение. 992 равняется 128. Прибавить 32 на скобочку N минус 1. Опять же, уравнение составляется, как было объяснено раньше, по формуле n-го члена арифметической прогрессии. Решая это уравнение, получаем, что n равняется 28. В условии говорится, что он выбирает 7 чисел.
7 чисел из 28, 7 благоприятных из всего, из общего количества 28, это 1 четвертая или 0,25.